Шеф-повар Максим Григорьев. Печенье с брусникой. Очень часто домашнее печенье готовится быстро и просто, поэтому оно заслужило особое внимание у многих кулинаров. Печенье с брусникой не стало исключением. Готовится оно из доступных продуктов, которые найдутся под рукой у каждой хозяйки. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Брусника 85 грамм. Масло сливочное 100 грамм. Мука пшеничная 110 грамм. Сахар 75 грамм. Сметана 2 столовые ложки. Соль 1 щепотка. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Для работы нам понадобится брусника, сливочное масло, сахар, яйцо, сметана, мука, соль, брусника. Шаг 2. Масло 100 грамм комнатной температуры взбить с сахаром 75 грамм до образования пышной массы. Добавить 1 яйцо, а затем сметану 2 столовые ложки, постоянно взбивая. Шаг 3. Муку 110 грамм просеять солью 1 щепоткой и вручную, ложкой, вмешать в тесто. Тесто долго не месите, только до соединения ингредиентов. Шаг 4. Бруснику 85 грамм перебрать, промыть, просушить и вручную вмешать в тесто. Шаг 5. На противень, с пергаментом столовой ложкой выложить небольшие бугорки теста. Соблюдайте расстояние между бугорками теста, так как во время выпекания тесто еще растечется. Шаг 6. Выпекать в предварительно разогретой до 180 из духовки приблизительно 18-20 минут, до золотистых краев печенья. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.